Сегодня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Шимановский поступило сообщение, что на улице находится обнаженный мужчина. Незамедлительная информация была передана полицейским нарядам и патрулям. Сотрудники ДПС ГИБДД задержали данного гражданина и доставили в отдел полиции. Мужчина сообщил полицейским, что он убил своих родственников. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В доме были обнаружены тела мужчины 1949 года рождения и женщины 1948 года рождения, а также их несовершеннолетнего внука с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.